золотые мои, положение иногда вынуждает быть грубым. Сейчас только, я же все по впечатлениям, сейчас только не стал банить одну тетку. Тетка антисталинистка, не хочет понимать элементарных вещей, что сделал Сталин для страны, что сделал Сталин для русского народа, Дидро для других народов СССР. Вообще его роль в русской истории, его роль в мировой истории, совершенно не хочет принимать. Он кровавый деспот, тиран, ел младенцев. Ну, такая тетка из Сирии, у деда лошадь отобрали. Ну, такая. Но я отписал просто коротко, что вот Сталин там сделал такое. Без ракет, без сахит. Вот мне попроще объяснить. Я написал коротко. Сталин выиграл войну. Блять, если бы он репрессировал 10 миллионов человек, уже окупил бы. Да и 20 миллионов. Хуй с ними. Страна. На кону была страна. Страны могло не быть. То есть нашествие Гитлера вполне могло бы при определенных обстоятельствах увенчаться успехом. Не было бы никакой России, Советского Союза там. Был бы рейхскомиссариат Ост, и никакого образования, никаких наук, музыка и все вот это. Все, что мы любим. И много-много тяжелой и низкооплачиваемой работы, так, чтобы только физическое существование поддерживать. Понимания нихуя нет. Тиран, деспот, блядь, кровавый. Написал ей, что Сталин выиграл войну. Цена любая, конечно. 250 миллионов на кону стояло человеческих душ. И если бы ради их спасения понадобилось положить в землю не только 9 миллионов солдат, но еще 19 миллионов уголовников, это должно было быть сделано. Спасая общее, жертвуем частным. Мало, блядь, мало. Давайте подискутируем. Приведите ваши аргументы. Ебать, блядь. Меня аж передернуто. Дайте подискутируем. Ну, давайте. Ну, знаете, мне это напоминает. Давайте забабахаем акционерное общество. Вот ваш вклад здания, оборудование, станки, машины, оборотного капитала 1 миллиард рублей. Ну и я свои 5 копеек, так сказать, в уставный капитал внесу через год. То есть хуй пойми кто, блядь, приходит к бизнесмену. Давайте, блядь, забабахаем акционерное общество. Идей полно. Хуй пойми кто с количеством подписчиков равных 5 приходит подискутировать к блогеру, у которого 50 тысяч подписчиков, в 10 тысяч раз больше. В 10 тысяч раз больше. А по просмотрам в 1 000 000 раз больше. Для того, чтобы дискутировать, нужно что-то из себя представлять, так нихуёво бы, да? Профессору не обхуем дискутировать с первоклассником. Он там палочки, крючочки научился писать, но он еще до жиши не дошел. Ча-ща, это для него еще загадка. Он еще грамотно писать не умеет. А в чем дискутировать-то? О тайнах мироздания, да больно у них понимать. Вот тратить время просто, вот, блядь, даже вот на прочтение, на ответы. В бан отправлять не стал, потому что там грубости-то не было. Ну, блядь, люди теряют ощущение реальности. Я же вот Соловьёву не пишу, блядь. У Соловьёва, блядь, 100 миллионов просмотров. Аудитория 10 миллионов человек, блядь. Я понимаю, что в медиапространстве Соловьёв, к моему огорчению, блядь, более весомая фигура. Несопоставимо более весомая фигура. Я же не лезу
к нему с предложениями. Владимир Рудольфович, блядь, вы не правы, давайте с вами подискутируем. Не обхуем, блядь. Не обхуем дискутировать, блядь. Если бы я был ведущий журналист, блядь, CNN, ABC, BBC, блядь, ну не знаю, блядь, там, как Такер Карлсон, блядь, какой-то, блядь, чтобы у меня были, блядь, там, 200 миллионов подписчиков, я бы тогда снисходительно. Вовик, а не кажется ли тебе, что твое место возле параши? А так как я с Соловьевым просто несопоставим, то пока рановато еще с ним дискутировать. Заочно что-то такое, свое отношение выразить на свою аудиторию. Это да, но вот подискутировать, то есть чтобы на меня человек, медийный человек, обратил внимание, потратил время на меня, блядь, у меня ума и скромности хватает к себе трезво относиться, блядь, несопоставимым пока с Вовиком-то, ну, несопоставим. А это давайте подискутируем, блядь. Знаете, вот эти антисталинистки, я бы пожелал подискутировать с конвоем. Нет, вы не выведете меня из зала судебных заседаний. Этот приговор суда недействителен. Этот приговор суда не считается. Давайте подискутируем, я вам сейчас все докажу и обосную. Вы не имеете права меня выводить из зала. Я желаю здесь оставаться. Понимаете? Есть люди, я их именую скоты, которые понимают только принуждение. Потому что сами добровольно себя ограничивать, что, блядь, такой вот вопрос, а сколько комментариев я за день читаю, а сколько на комментарии я успеваю ответить, вообще подсчитывать, сколько людей в ленте пишут, блядь, нет? По 600 комментариев в день, 2 ролика, по 300 на каждый. Какой нахуй по 300? Больше. Вот просто прочитать 600 комментариев, поставить сердечки, блядь. Ребята, это ведь занимает несколько часов. И какая-то хуета из табакерки выскакивает, блядь. 5 подписчиков. Давайте подискутируем, блядь. Это как подруга Швондера, блядь. Профессор, если бы сейчас была дискуссия, Преображенский ответил, простите, вы прямо сейчас собираетесь открыть дискуссию? Блять, ну, вот этот интернет дает хуете иллюзию, что она не хуета. Вот этот интернет дает хуете иллюзию, но опять-таки прямая связь с писателем, да, то есть можно написать. Во всяком случае, один раз мне любая хуета может написать, по крайней мере, один раз на основном канале. Вот эта кажущаяся, совершенно иллюзорная доступность и простота при отсутствии воспитания, при отсутствии понимания своего места и в этой жизни, в медиапространстве. Блядь. Я даже не возмущен, я просто охуевлен такой простотой и наглостью. Блядь. Давайте подискутируем. Ну, ты-то что-нибудь из себя представляешь? У меня имя, у тебя никнейм. Мне за мои слова навесят срок, блядь. Ты, блядь, удалишь свой канал и ищи ветра в поле, блядь. Там 5 подписчиков, его нехуй жалеть. Хуй знает, кто ты, блядь, нахуй. И я должен, блядь, все свои мысли совершенно откровенно вываливать, блядь, пред ясные очи товарища майора. Не ёбнутся ли ты, девочка, блядь, нахуй? Не ёбнутся ли ты, блядь? Слушай Соловьёва, пиши туда, Соловьёву пиши, Скобеевой пиши, Киселёву. Подискутируй для начала с кем-нибудь из них. Ну вот я говорю, что положение иногда вынуждает грубости, блядь. Забанить не забанил. Но случай не единичный. Давно, правда, не было такого. Давно меня не приглашали подискутировать. То есть хуй пойми кто. Вообразите, идете вы себе на улице, вас какой-то сумасшедший, бля, с больными глазами тормозит, за пуговку вашего пальто теребит. Вы знаете, давайте подискутируем. Я вот, блядь, ну что скажешь, да иди ты нахуй, блядь, что еще скажешь-то, блядь, иди нахуй, некогда, не для тебя.
У меня своя жизнь, блядь, у меня своя работа. Работа отнимает много времени. На жизнь не остается почти ничего. И вот это вот, блядь, давайте подискутируем. Хуй пойми от кого, блядь. 5 подписчиков, никнейм, кто такая, чё такая, блядь. Вот. Банить не стал, еще раз повторюсь. Но какой-то неприятный осадок. Как будто меня опять в очередной раз посчитали, блядь, за доброго Деда Мороза, блядь, который в интернет выходит не для того, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы дискутировать, блядь, со всякой хуетой, блядь, у которой есть время, блядь, и пара дохлых мыслишек, которые она хуета-то стремится как-то распространить. На канале 50 тысяч подписчиков, за каналом стоит большой труд. Уголовные дела стоят за каналом, на меня заведенные, прекращенные, доведенные до приговора. Я отвечаю за свои слова, в том числе перед законом. Предоставлять свой канал в качестве трибуны для дискуссий, чтобы хуй пойми кто на моем канале высказывался, выражал свое мнение. Прям Сталин тиран, Сталин я младенец, да нихуя он ничего не сделал. Я это не хочу слушать. Не собираюсь я предоставлять свой канал в качестве трибуны для хуеплетов и хуеплеток всех возрастов. У меня есть свое мировоззрение. Не нравится мое мировоззрение, блядь, никто не держит. Бум. В бан, нахуй, для себя недолга, и встречаемся вот здесь, в уютной обстановке, с медведем, на фоне медведя. Чё-то у него там папаха, что ли, съехала у меня, у Мишки Тмова. Ну вот. Положение вынуждает к грубости. Не мое положение, нет. Положение вещей. Положение вещей. Блогер с 50 тысячами подписчиков не может опускаться до пустых совершенно бессмысленных дискуссий с ноунеймами, коих в интернете десятки миллионов, со всякой хуетой вступать в разговор, да еще бесплатно, блядь. Я вообще за последние 20 лет бесплатно разучился говорить. Сначала разучился бесплатно писать, сейчас разучился бесплатно говорить. Что-то как-то не удается мне бесплатно поговорить, как-то задушевности не выходит. Как-то слова не рождаются внутри. Нет-нет, никаких дискуссий. Еще раз напомнит о себе, нахуй с пляжу, блядь, в пизду отвлекаться на нее. Но на самом деле раздражает, блядь, раздражает. Ответил человеку, то есть снизошел до него, буквально снизошел. Ну да хуя, блядь, кто пишет комменты, я только сердечки ставлю, блядь. В особых уж таких случаях оставлю короткий комментарий, который там вот действительно зацепили. А это, блядь, раз ответил, два ответил, давай подискутируем. Да ебать, блядь, у меня 50 тысяч человек с тобой овцой тупой, блядь, дискутирует. Че, когда я ролики-то буду снимать? Если я с каждым из 50 тысяч буду просто, блядь, дискутировать, да просто поздороваться с каждым из 50 тысяч, сказать здравствуйте, да дохуя делов, блядь, это 2 дня, блядь. 2 дня стоять, блядь, и здороваться, блядь. Когда ролики снимать, блядь, хуё знает. Ну, там, блядь, башки-то нет об этом подумать. Ой. Подустал я. Этот ролик у меня за сегодня уже 4-й. Суббота, да, суббота. В субботу я не выкладываю, вернее, не открываю роликов. Но сегодня день спокойный, пасмурный, холодно. На улицу неохота выходить. Вот я воспользовался, поработал до изнеможения. Так что в субботу я работаю. Канал не работает, я работаю в субботу. Вот. 4-й ролик. Ну, не хворайте, золотые мои.